Ребята, всем привет! Вы на канале «В поиске кладов» с Серегой. Сегодня решил пройтись по своим полям, где всегда хожу, копаю. Очень много хороших находок было. Но смотрю, все заросло. Сейчас пойду дальше, схожу, посмотрю. Посмотрите, что происходит. Вот так вот все заросло. Трава, какие-то бобы по колено. Сейчас найдем поле, найдем по-любому местечко и пороемся. Порекомендовать вам один канал моего друга Сереги и его канала «Авось повезет». Подписывайтесь на его канал, ссылочка будет стоять вот здесь вот. Вот такой вот человек, вот такой вот канал. Подписывайтесь, не пожалеете. Ну что, а мы начинаем наше видео. Будем копать, искать поля. Ну что, ребят, поехали. Ребятки, нашел я одно незасеянное поле. Тут я уже ходил когда-то, подымал здесь даже серебро. Так что поле вроде хорошее. Раньше комки были здоровые после вспашки. Сейчас все улеглось. Поле подсохло. Ноги не проваливались, как раньше, по коленам. Говно. Ну вот, будем здесь копать, пробовать. Все, ребятки, сейчас я разложусь. И мы начнем. Ну что, за сегодня осилю, не? Хе. Ладно. Начинаю раскладываться. Ребятки, первая монетка. Было тяжело копать на полифонии, много сигналов левых. Убрал с полифонии, на четверочку поставил, вроде получше стало. Но монета, конечно, убитая. Видать, здесь было очень много удобрений на этом поле. Нереально. Будем искать серебро. Серебро сохраняется. Находил здесь серебро. Ну, ходил туда с Аськой. Ладно, поехали дальше. Лема от трактора, ребят. Столько сигналов, с ума сойти. Сюда надо человек 100 с металлоискателями, чтобы чистить тут это поле. Ладно, поехали далее. Ребята, очередная мундирная пуговка. Нам вчера такая попадалась. Солнце светит, ничего не вижу, что там снимаю. Так что, ребят, без обид. Посмотрите, какая погода сегодня. Солнце светит. Нифига не видно. Жарко. Ребят, смотрите, какой краник интересный. Старинный. В хозяйстве пригодится. Даже резьба еще целая. Смотрите, какую эту ложечку нашел. Раньше здесь я вилку находил еще. Прикольно. Он здесь уже держится. Он на честном слое. Сломается. Кто-то чаек пил когда-то. Медная, старая. Чайная ложка, погнутая плугом. Поехали дальше, ребят. Вон, ребят, в одной ямке вместе с ложкой лежала. Ложку выкопал, монетку не выкопал. Ну, конечно, она будет убитая. Ладно, потом, сейчас не побегу чистить. По-моему, может, даже не монета, а медальон. Что там, вон, я вижу, там прибамбас какой-то. Потом почищу, покажу. Сейчас не побегу к рюкзаку. И смотрите, какой маленький монетосик. Потом помоем монеты, я все здесь покажу, а то я сейчас не побегу мыть. Как я только уловил среди горы, среди этого потока, каких-то непонятных левых сигналов. Ладно, будем смотреть, что дальше нам будет попадаться. Жарище, ребята. Солнце печет по полной программе. А полю не видно конца и края. Вот какая-то мне попалась. Клепочка непонятная, старинная, с узорчиком, может, серебряная, а может и нет. Ладно, смотрим, что там дальше будет там попадаться. Пуговка, ребят, с ушком таким интересным. Пойду, короче, я перекурю, помоюсь это дело там, пару монет битых, наверное, по-любому, и пуговку, посмотрим поближе. Там в локоть колет. Там вон что растет, крапива. Ну короче, ребят, что там, опять все в хлам. Сюда монета вообще ничего не видно, голая пуговка гренадера, вон бомба на пуговке видна, гренада, пушка целая, но пуговица, естественно, убитая, а штучка походу серебряная. Вот это вот подозрение у меня, что это серебро.
слишком тяжелая. Чувствуется вес. Маленькая, но вес чувствуется. Ладно, перекурили, пошли дальше копать. Ребята, кусочек серебра, ложка, вернее, все, что от нее осталось, но явно серебряная. Нифига почти не весит. Ребята, еще одна ложка. Вот она. Опа. Интересная. Опа, с бирочкой, с клеймом. Может быть серебряный или мехёр. Ладно, потом посмотрим, пробую, есть, нет. По весу вроде тяжелая. Ништячок. Во, как я согнул-то, а. Ребят, Наполеон. Наполеон третий. Года, к сожалению, не вижу. И уже, наверное, не увижу. Нифига там не разглядеть. Одну башку, как видно, Наполеона бородатую. И все. Там орел должен быть. Находил я уже такие. С охраны, конечно, позволяет желать лучшего. Ну, будем искать дальше. Может, серебро попадется. Будем надеяться. Ну, ребят, смотрите, и копать не надо. В самом верху лежит. 50 сантимов. 1931 год. 50 сантимов. Таких мне уже попадалось полно. Ребята, вот такая вот мне попалась крышечка от трактора. От масла, может, и что-нибудь, бачка какого-то. У меня их дома уже целая коллекция этих крышек с полей. Берем. Ребят, в самом верху лежал, даже копать не пришлось. Какая-то бирка какая-то. Ладно, в конце копа это все очищу, посмотрим. С дырочкой, как положено. Потом посмотрим, что это такое. Может, это трактор какой-нибудь. Ну, не похоже, что с шеи тяжелая слишком. Ну, ребят, для тех, кто не знает, что это такое, это колесико от керосиновой лампы с надписями. Берем. Очередная монетка, ребята. Как всегда, подубитая. Ладно. Что не сделаешь, медь. Не сохраняется нифига. Ребята, опять находка по самому верху. О, пожалуйста, красавица. Копать не надо. Опа. Монета. Какая-то старая. Это не Наполеон. Потому что толстая. Ладно, потом почищу, посмотрим. Ну, скорее всего, конечно, убитая. Но видно, что убитая. Как всегда. Но толстая, старая. Ребят, заканчивая сегодня скопом. Пора домой. Завтра арбайтен. На работу. Вот что мы сегодня накопали. Всякой фигни на сегодня. Шмурдяк. Можно сказать, что сегодня все шмурдяк. Ложки. Буду чай по утрам пить. Ложками сахар мешает. Еще кусок ложки. Какая-то вот интересная бирка. Сохранилась зато. Отлично. Уже монеты так сохранялись. Да? Монета старинная, убитая. Все. Под ноль. Жаль, такие монеты, блин. Редкие. Пуговки убитые. Ну и тоже монеты, фиг чего. 50 сантимов, 31-32 года, две штуки. Зато отдохнули душой и телом. Правда, спина болит. Вот такие вот дела, ребята. На сегодня, друзья, вы были на канале «В поиске кладов» с Серегой. Не забудьте подписаться на канал, кто не подписан. Пока!